Что такое? Стать бизнесменом за 3 дня – такая цель у каждого из участников бизнес-тренинга. 25 человек разного возраста за несколько дней выберут идею, которую в дальнейшем превратят в источник дохода. Очень часто предприниматели принимают свои решения именно на интуиции. Но для того, чтобы стать успешным предпринимателем, нам, конечно же, нужны в первую очередь знания. Один из тех, кто решил открыть собственное дело – Рустам Годяцкий. Программист по образованию перепрофилировался. Несколько лет Рустам обучал горожан игре на гитаре. Теперь 20-летний парень решил научиться основам бизнеса. Я хотел вообще заниматься по продаже светящейся продукции. Светящиеся краски, которые светятся в темноте, заряжаются от света. Они также помогают многим детям. Вот. И развивает творческое мышление в основном. Таким, как Рустам, сегодня помогают бизнес-тренеры из Алматы и Караганды. Их задача за 3 дня – научить слушателей мыслить как предприниматели. Занятия проводят успешные бизнесмены. Сагадат Сабитова владеет собственным медицинским центром в Алматы и занимается сельским хозяйством. Мы задаем вопрос, вот чем вы хотели бы заниматься, если даже вам не платили бы деньги, ваше самое любимое дело, какие у вас есть способности. А определились, когда не определились, мы их дальше начинаем обучать, как составлять бизнес-план. Во-первых, без бизнес-плана начинать любое дело, рассчитать свои прибыли, доходы, там, расходы, рассчитать надо, пока ты не вступил там, в этот путь предпринимательства. Сидя на месте, сначала мы рассчитываем бизнес-план, чем мы хотели бы заниматься, описанием этого бизнес-плана, также все структуры бизнес-плана. По итогам обучения лучшие 4 проекта получат грант в размере 150 тысяч тенге. В случае успешной реализации бизнес-проекта на первоначальном этапе у стартапера есть все шансы получить кредит по государственным программам до 20 миллионов тенге.